теперь стоимость, где об этом? Лечение стационарное при диабете включает в себя следующие группы препаратов и примерно цифра затрат на год. Самые первые препараты, соответственно, сосудистые. Из них отдельно мы выделяли в прошлый раз вазопростан, говорим? Да. Ругательство такое. Вазопростан. Соберите. Вазопростан. Вазопростан. Единственный препарат, или там 2-3 его группа препаратов, которые выращивают новые капилляры. Говорили об этом? Да. Подобно инфракрасному теплу, одна только группа препаратов может способствовать росту капилляров. Вазопростан. Вот он применяется при различных сосудистых нарушениях. Стоит на курс 15-20 дней, меньше не нужно, ну не рекомендуют, 2-2,5 тысячи гривен. В год это 5. Сразу пишите годовую цифру. 5. Кого? 15 дней. Нельзя делать. Два раза в год надо делать такое лечение. Вторая группа препаратов – это остальные сосудистые, другие сосудистые препараты. Трентал, никотинка, в общем, напишите другие. Трентал, никотиновая кислота. В среднем они обходятся в 300-400 гривен на одно лечение стационарное. Два лечения – это 800 гривен. Никотиновая кислота, но она недорогая. Трентал дорогой. Трентал. О, анекдот. 300-400 гривен два раза в году, это 700-800. Третья группа препаратов. Препараты, питающие клетки. Те, которые кормят клетки. Трофики. Самый известный из них сегодня наиболее распространен – актовегин. Актовегин. Применять его нужно не меньше 15 дней, не меньше 20 мл за один день, два раза в год. 15 дней, каждый день 20 мл и два раза в год. 15 дней, 20 мл в день стоит 1200-1500 гривен и больше. Это за одно стационарное лечение, 1500 где-то, минимум. Лучше не 20 капать, а 40, а еще лучше 60 за раз в день. И так 15 дней. Поэтому сумма может вырасти до 3 и до 4,5 тысяч гривен. Понятно, да? Вот я говорю своему пациенту, сколько будем капать актовегина? Он говорит, сколько нужно? Говорю, нужно 60 в сутки, 15 дней. Он прикинул $1000. Нет. Говорю, минимум 20. Прикинул 1200. Хорошо, буду искать. Ну, где-то так разговор происходит у доктора с пациентом. Цифры записали? Цифры. Минимум 1200. До 5000 за одно стационарное лечение, то есть в год это получается еще минимум 2,5 или 10 тысяч. Актовегин. Чего шумите? Не шумите, я же рассказываю честно все. Следующая группа препаратов – это препараты, которые нужны для питания нервов, чтобы кормить больные нервы. Ну, наиболее известный и самый дорогой – это эспалипон. Эспалипон. Его есть аналоги, дороже или дешевле. Эспалипон. В среднем на 15 дней лечения его нужно на 300 гривен. Лечение стационарное надо продолжить приемом таблеток 3 месяца.
Таблетки на 3 месяца стоят тоже по 200 гривен в месяц. Один из полипон выходит 800-900 гривен на полгода, два раза в год. Вы плюсуете, суммируете. И остальные группы препаратов применяются по мере необходимости. Сердечные, там, витамины. Какая сумма у вас где-то получается? Сахарный диабет. Вопрос. По 200 каждый месяц. 600. Итак, два раза в год. Стационар и 3 месяца таблеток. Стационар и 3 месяца таблеток. Стоимость диабета в год сколько? 17. От 17 и выше, да? 17 это минимум? Да. Или? Ну, я же говорю, все остальное по мере необходимости. Мы сказали о питании сразу. Короче говоря, если сегодня один человек с диабетом захочет лечиться качественно, так как нужно по всем стандартам, то за год оборудование для одного. На следующий год еще одно оборудование. Вопрос сразу людям, страдающим диабетом. Сколько лет вы хотите жить? Первый вопрос. Это нормальный вопрос. Мы не имеем в виду, что завтра вас зарежем. Вообще, сколько лет вы планируете жить? Какие растраты вы планируете иметь за это время? Не является ли мудрым сегодня сделать что-то, что будет работать все эти годы? И не просто в ситуативный плюс. Сегодня плюс, через 3 месяца опять минус. Сегодня плюс, через 3 месяца опять минус. И опять надо возвращаться в стационар. Не является ли грамотным вложить один раз вот эту годовую сумму для своего здоровья, для того, чтобы обеспечить себя? Чем? Чем мы обеспечиваем такого человека? Вот. Чем? Предлагаю ему оборудование приобрести сегодня. Чем? Вот одно оборудование даже. Вы знаете об оборудовании? Ну, ГБС, НМ-5000. Что для диабета? Снижение сахара в крови. Быстро, конспективно. Первое. Ну, как бы. А? Разжижается кровь на турманевой керамике. Раз. Для поджелудочной железы нужно применять что? 5-шариковый проектор и миостимулятор. Дальше. Ролловый массажер. Тепло формирует новые капилляры. Вот. Ну, если вы это все можете сейчас прямо воспроизвести, можете не писать. А в принципе лучше, как говорится, запишите. При диабете сразу. Раз, два, три, четыре. У вас есть у нас всего 30 минут, 35, не все. И все это вы должны сказать. Первое. Разжижается кровь турманевой керамикой. Магнитотерапия и ионизация в этом способствует. Сказали. Второе. 5-шариковый проектор дает тепло и поджелудочной железе, и печени при разных типах диабета. И в это самое время восстанавливается орган. Да? От роста капилляров. Омоложение. Помните? Омоложение. Да. Очень многие... Коротко. Вот сейчас вернемся, напомните этот вопрос. Итак, тепло дает новые капилляры, органы омолаживаются. Сказали, дальше. Миостимулятор что делает? Быстро. Лимфодренаж происходит. Застой удаляется с этих органов. Застой. Роллы что делают? Роллы. Восстанавливают нервы, общая фраза. Ну, в смысле как? И уточни тогда.
восстанавливают нервы, если делать роловый массаж ног. То, что нам интересно сегодня. Мы говорим о стопах. Ну, роллы делают массаж, можно ног делать. Раз, еще что. Роллы воздействуют на сегменты. Какой сегмент поджелудочной железа? 7, остановка, первая, вторая. И еще что? Роллы прогревают, и турманная керамика, костный мозг, восстанавливается иммунитет. Так? И еще что с прошлого семинара? Для работы эндокринных органов, а это интенсивно работающие клетки, крайне нужна турманевая керамика. Ну, по тому же самому рисунку клетки, гемогенотерапия, ионизация. Интенсивно работают эндокринные клетки, им нужна турманевая керамика. Мы как бы одним оборудованием НОКБС, а лучше если в комплексе с турманевым матом до сегодняшнего дня, покрываем все звенья патологического процесса при диабете. Все абсолютно. Или что-то забыли? Забыли ноги. Еще одна мысль. Опять ваш стол, Дмитрий. Слушайте, ну, были бусинки, все, я про это выиграл. Забыли только о ногах. Вот сегодня все, чего не хватает диабетику в салоне, чтобы он имел абсолютно, это уделить еще принципиальное внимание ногам.